Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Управляющий воздушными массами холодный высотный циклон вместо Арктики расположился над Сибирью, позабывший, что на календаре давно уже лето. А теперь о погоде более подробно. В субботу, 24 июня, в Новосибирске без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. За окном в ночные часы 5,7 тепла, в дневное время около плюс 20. А теперь прогноз на последующие двое суток. 25 июня без осадков. Температура ночью составит плюс 7,9 градусов, а в дневные часы плюс 20-22. 26 в темное время суток без осадков и 10-12 тепла. Днем местами небольшой дождь с грозами, и столбик термометра покажет плюс 22-24 градуса. Вы смотрели прогноз погоды западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю отличного настроения.